Третий исход. Борьба христиан с духом Рамзеса в Америке. Вы скажете, кто такой Рамзес? Сейчас вы узнаете. Давайте откроем исход, первую главу, 7 и 8 стихи. И поговорим о третьем исходе, о борьбе христиан с духом Рамзеса в Америке. «А сыны Израилевы расплодились и размножились, и возросли и усилились чрезвычайно, и наполнилась ими земля та. И восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа». Вот мой главный пункт. «И восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа». Мое вступление состоит из трех пунктов. История повторяется. История всегда повторяется в так называемых циклах. Как сказано у Екклесиаста, что было, то и будет, и что делалось, то и будет делаться. Повторяющиеся циклы. А вот что мы покажем вам в этой истории. Второе. Пророческие шаблоны повторяются в последнее время. В своей книге «Апокалиптический сброс Америки» я подробно рассказываю о Вавилонской башне, потому что это Вавилон из Откровения 17 и 18 главы. Одно название. И во время этого глобального сброса повторятся события из Бытия 11 главы. То, что ждет народ Божий в будущем, можно увидеть в Библии, потому что эта информация скрыта в историях, о которых мы будем говорить. Я верю, что наше время можно сравнить с тремя периодами. Первый период, как сказано у Матфея, это дни Лота. Второе — дни Ноя. И третье — дни Ильи. Почему же я вспомнил Илью? Библия говорит у Малахии: «Я пошлю вам Илью пророка перед великим днем Господним, который обратит сердца отцов к детям, а сердца детей к отцам». А в 11 главе Откровения одним из свидетелей будет пророк Илья. Он явится в первые 42 месяца скорби. И готовясь к этим важным пророческим временам, последним дням, концу времен, мы должны понимать, что это дни Лота, дни Ноя и дни Ильи. Давайте посмотрим на эти дни и увидим, как повторяются шаблоны. Если посмотреть на дни Ноя, то что является главной темой этих дней? Вода. Избыток воды, который покрыл землю и уничтожил все вокруг. Вы заметили, сколько наводнений было в этом году? Германия, Австрия, Китай. Вода смывала машины и уничтожала города, дома. Я сидел и наблюдал за этим, потому что об этом говорил весь интернет. И тут я понимаю: Господи, так это выглядит как потоп времен Ноя. Он ударил по семи странам в Европе, нанеся миллионный ущерб. Ноев потоп был 4200 лет тому назад, но он повторяется в форме ужасных наводнений. Как было во дни Ноя, так будет и во время пришествия Сына Человеческого. Второе — это дни Лота. Каким было главное событие времен Лота? Огонь. Огонь поглотил город. Кстати, археологи считают, что нашли Содом и Гоморру. Они нашли стекло, которое расплавилось от огня, и нашли пепел. Об этом говорили по новостям. Разве не удивительно? Как было во дни Лота, так будет и во время пришествия Сына Человеческого. Кроме того, были заявления о том, что найден Ноев ковчег. Разве не удивительно? Они находят Ноев ковчег, которому 4200 лет. Они находят доказательства времен Лота. Мы находим места, в которых случились эти события. Почему это так важно? Я считаю, что это знамение для нас с вами о том, что мы вступаем в такое время. Археологи находят места, где происходили эти события. Итак, во времена Ноя была вода, во времена Лота был огонь, а затем идут дни Ильи. Какой была главная тема времен Ильи? Во времена Ильи была засуха, которая длилась 42 месяца. Обратите на это внимание. Ной — это вода. Семь стран в Европе пострадали от наводнений. Затем дни Лота — огонь. Посмотрите на запад США, который сгорел. Миллионы акров. А во время Ильи была засуха, которая длилась 42 месяца.
Семь штатов США переживают самую серьезную засуху в своей истории. А когда придет сверхъестественный дождь, то он повлияет на поставки еды в США так, как мы даже не представляли. Это будет похоже на события 1929 года в Соединенных Штатах Америки. Итак, дни Лота, дни Ноя и дни Ильи. Но больше всего меня поразили шаблоны, которые я увидел в истории о детях Израиля, когда они жили в Египте. В итоге, они вышли из Египта, пошли в землю обетованную. И вот что вы должны понять. Эти истории, которые я покажу вам, на самом деле показывают шаблоны, которые ждут нас, христиан, в будущем. Если вы изучали Библию, то знаете, что Израиль — это прообраз церкви, как и говорит нам апостол Павел, когда они выходили из египетского рабства. И сейчас мы это с вами рассмотрим. Я хочу поделиться с вами некоторыми вещами. История исхода — это старая история, которая покажет вам параллели с событиями, которые происходят сейчас. И вот что открывает нам эта история. История исхода открывает нам божественный переход. Бог уводит их из Египта, который представляет мир в землю обетованную, которая не только представляет Божье обетование, но является прообразом святых, переходящих из мира в землю обетованную, небес Вознесения. Единственное место в Ветхом Завете, где мы видим параллель Вознесению, это в пустыне. Моисей был на горе, готов был слушать Бога. Дети Израиля находились внизу. Сказано, что гора внезапно окуталась дымом. Внезапно на ней появился огонь. Сказано, что зазвучал громкий звук трубы. Это такие ахдала на иврите. Последняя труба, которая звучит на празднике труб. И вот что говорит Библия. «И сошел Господь на гору, и взошел Моисей». Люди говорят, что Вознесения нет в Библии. Мы видим его прообраз в Исходе 19 главе. Вы можете найти больше подробностей об этом, а я хочу сказать, что история Исхода показывает божественный переход. Во-вторых, она открывает силу крови Агнца и тела Агнца. А также она открывает нам, что нам нужно делать в последнее время. Эта история, которой я буду делиться в ближайший час, удивительная и шокирующая история. Я верю, что вы поймете ее суть к концу. Я считаю, что сейчас стоит прославить Господа, ведь в Библии Египет является прообразом этого мира, а фараон — образом сатаны, а надзиратели — это образы демонических сил, которые угнетают людей. Но мы избавимся от этого. Аллилуйя! Израиль же представляет собой церковь. Агнец представляет Иисуса Христа, его тело и кровь. Все в истории исхода имеет значение, которое мы можем увидеть в трудах Павла в Новом Завете. Вот что я хочу вам сказать. Мир, система, фараон, Египет погрязли в идолопоклонстве. Они верили во всех богов, кроме одного. Они не верили в Бога Авраама, Исаака и Иакова. Откуда же я это знаю? Когда Моисей обратился к фараону, тот сказал, «Какому богу ты служишь?» «Кто твой Бог, чтобы я слушал его?» Если вы прожили в нашей стране уже 3 или 4 поколения, то знаете, что сюда приезжают люди из разных мест. Америка — это плавильный горшок, который принимает людей со всего мира. Но они приносят с собой своих идолов. То же самое было и в Египте. Египет был страной 10 богов, и Божий суд был на этих богах в 10 язвах. Мы видим параллель с богами Египта, которым разрешали поклоняться и строить им храмы. Мы видим параллель в стране, которая когда-то говорила, что есть лишь один Бог. Бог Авраама, Исаака и Иакова. Это Бог Библии.
Когда мы читаем историю Исхода, мы видим четыре вещи, которые происходят там. Они очень важны. Во-первых, мы видим, что фараон или правительство, мировая система, нечестивый лидер, не знал Иосифа или его Бога. Что же он просит сделать акушерок? Каждый раз, когда у евреев рождается мальчик, они должны бросить его в Нил. Они бросали детей в Нил, потому что у них был бог-крокодил, которого знали в Египте. Они приносили жертвы этому богу. Это была жертва их богу-крокодилу. Точно так же во времена Израиля был идол по имени Молох. Это был медный бык с большим отверстием в животе. Он сидел на троне. Сверху он был как бык, а снизу как человек. Они нагревали металл, а потом брали младенца и клали на руки Молоху. В Библии это называется «проводить детей через огонь», то есть через живот этого поганого идола. В современном мире этому соответствует контроль населения через аборты. Дух Молоха продолжает действовать, и люди продолжают приносить детей, как в древние времена, в Израиле и в Египте. Второе, что мы видим в Исходе, это то, что фараон начал угнетать и нанял надсмотрщиков. Это очень интересно. Надсмотрщики следили за тем, чтобы евреи делали свою работу. Работали. Билл Клауд как-то сказал, что слово «надсмотрщик» в современном иврите означает «сборщик налогов». Недавно я прочитал о том, что президент планирует нанять от 75 до 80 тысяч сборщиков налогов. Друзья мои, это связано с тем, о чем я рассказываю вам сегодня. Это было в ранние дни Исхода, перед тем, как дети Израиля вышли из рабства и пошли в землю обетованную. Я хочу, чтобы вы не забывали о том, что я показываю вам параллели с тем, что было тогда и что происходит сейчас. Это параллельные образы. Ведь как они вышли из мира в землю обетованную, так и мы покинем этот мир и отправимся в Царство Божие на небе при пришествии Господа Иисуса Христа. Вот о чем вы должны помнить все это время. Далее третье, что они делали, слишком сильно нагружали народ работой. У них не было достаточно рук. Им приходилось давать людям дополнительную работу. А когда люди начали жаловаться, они сказали: «А, так вы еще и жалуетесь? Сейчас мы покажем вам, мы добавим вам еще больше работы. О, помоги нам, Иисус!» Им сказали делать кирпичи без соломы. Это был указ фараона. «Мы хотим, чтобы вы делали кирпичи, но без соломы». Итак, правительственные указы или указ фараона повлиял на рабочую этику, став бременем для людей. В Америке есть так много правил, что это мешает прогрессировать бизнесу, развиваться мужчинам и женщинам, которые хотят вести маленький бизнес. Я хочу, чтобы вы поняли, что история уже показала нам, что нас ждет. Наши избранные представители, я не говорю, что это касается их всех. Я лично знаю людей, которые любят нашу страну и представляют людей в палате и в сенате, в законодательном собрании. Мы понимаем, что не все, но я думаю, вы это понимаете. Мы знаем это, не все. Но вот что я хочу сказать, прежде чем мы углубимся в этот вопрос. «И восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа. Когда жил Иосиф, фараон слышал, как Иосиф рассказывал о своем Боге. Этот фараон знал, что дух истинного Бога был в Иосифе. Он истолковал сны и спас египтян от голода. Они называли Иосифа Цафнав-Пнеа. А знаете, что это имя означает? Спаситель мира.
фараон дал ему такое имя — Цафнат-Панеах. Но вот что интересно. Появился фараон, который мало знал о евреях, не знал о Боге евреев, не хотел ничего знать о Боге евреев. И Америка также отошла так далеко от своего основания и идей страны, мы отошли от наших документов, Билли о правах и Декларации независимости человека. Почему? Да потому что во власти оказались люди, которые не знали Бога этой страны. Они не знают Бога отцов-основателей, не понимают и не хотят верить, что люди, подписавшие те документы, те 50 человек, которые рисковали жизнью, ходили в церковь, практически все, большинство из них, за исключением некоторых, считали себя христианами. Все они верили в Бога. Историю переписывают, и теперь у нас есть лидеры, которые не знают Иосифа. Они не знают Бога, который помог нам достичь того, что есть сегодня. Я хочу сказать вам, когда мы, как страна, дойдем до того, что забудем Бога, который привел нас сюда, Бог напомнит нам о том, что это Он привел нас сюда. Нам напомнит об этом наше окружение. Именно Он помог нам получить то хорошее, что есть у нас. Имя Иосифа на египетском переводилось как «Спаситель мира». Слава Богу! Фараон, не знавший Иосифа, не понимал, что есть Спаситель мира. Я скажу так. Многие наши лидеры не понимают, что есть Спаситель мира, которого зовут Иисус Христос. Они не знают. Во-вторых, семья Иосифа пришла в Египет, чтобы жить там. Они жили там несколько сотен лет. Но этот фараон не знал историю евреев. Он не знал, что этих людей привел Бог Всемогущий. О чем это говорит нам сегодня? О попытках переписать историю Америки. Мне обидно говорить это, но наши дети настолько необразованы, что не могут назвать даже пяти бывших президентов. Они даже не знают трех ветвей власти. И я покажу, как все переписывают, потому что у нас появился фараон, который не знает Иосифа. Да, друзья, и это правда. Этот фараон не знал, что Бог Авраама, Исаака и Иакова, как сказано в Бытии, 15 главе, предсказал, что после четырех поколений он выведет детей Израиля из египетского рабства и вернет в землю обетованную. Он не знал пророчества Писания. Он не знал пророчества еврейского Бога. Он не знал пророчества, которое этот Бог дал своему народу. В нашей стране есть пузырь во власти. Они не знают Библию. Они не знают библейские пророчества. Ведь если вы знаете эти пророчества, то знаете, что нельзя отворачиваться от Израиля и ожидать благословений Божьих. Вы можете во всех речах говорить: «Боже, благослови Америку». Но когда вы отворачиваетесь от страны в завете с Богом, вы окажетесь в проигрыше. Они не знают, чему учат пророки в этой книге. Они не знают о войне Гога и Магога. Они не знают, что в Евангелии от Матфея, 24 главе, сказано, что будут моры по местам, а ковид — это и есть тот самый мор. Они не понимают пророчества Библии. Они не понимают их так, как понимаем их мы. И не только это. Иосиф верил в одного Бога. Бог своих отцов. Египтяне же были готовы принять любых идолов. Были готовы превратить любого животного в идола. Были готовы поклоняться всем плодам земли. И когда они служили своим идолам, Бог пришел и сказал: «Этот идол, вы понимаете, что египетские маги и Анни,
и Иамврий упоминаются в Новом Завете. Они наследовали чудо Моисея. Он бросил посох, и тот стал змеей. Они бросили свои посохи, и те стали змеями. Это не впечатлило фараона. Его маги делали то же самое. Когда Моисей навел язву, они наследовали его. Они были глупыми. Всюду были жабы. И они сказали, «Мы тоже так можем». Нет, чтобы исправить ситуацию, сделать что-то к лучшему. Они подняли свои руки, и жаб стало втрое больше, чем было. Разве это не глупость? Дьявол очень глупый. Они смогли совершить три чуда, и их чудеса на этом иссякли. Все, закончились. И вот что они не смогли сделать. Библия говорит, что они не могли отменить того, что делал Бог Всемогущий. Они не могли избавиться от жаб и от вшей, от пёсьих мух. Они не смогли вернуть солнце, когда оно потемнело. Они не могли обратить Нил из крови снова в воду. Есть лишь один Бог. Я хочу проповедовать вам Его имя, Иегова, Христос Господь. Он имеет силу и власть. Бог Яхве, Он способен творить чудеса в любые времена. За 35 лет проведения глобального события, именно собрание этого года, все посетившие назвали лучшим. Бог побудил меня открыть новые пророческие данные, среди которых были послания, раскрывающие сатанинские замыслы, которые сейчас отвлекают вас. Все спикеры попали в цель стрелами Божьего откровения. В первый вечер я поделился скрытым посланием еврейского Нового года, 5782-го, а также 2022 года. Я расскажу вам, как номера стихов в Торе на самом деле совпадают с еврейскими годами исполнения этих предсказаний. Вы увидите это на нашем DVD. Это удивительное откровение. Существует новое демоническое начальство, которое доминирует в американской культуре и политике, и которое я раскрываю в послании «Третий исход» — борьба Америки с духом Рамзеса. Древняя история повторяется. Узнайте новые и древние шаблоны, которые повторяются сейчас в Америке. Послание, программируя американцев на принятие метки зверя, объясняет, как массы готовят прямо сейчас, чтобы они отдали свои свободы глобальной элите, которая будет использовать будущие моры, катастрофы и нехватки еды, чтобы захватить контроль. На основании древних историй Библии и моего личного опыта в послании, когда ловушка сатаны становится вашим худшим днем, мы разберем, как стратегии сатаны работают через людей, которые могут создать время испытаний. Исследуйте план врага, раскройте его мышление. И вы узнаете, как обратить решения, которые сатана принял против вас и вашей семьи. Мое пятое послание называется «Величайшие тайны сатаны теперь раскрыты». Это то послание, которое ваш соперник не хочет, чтобы вы услышали. Это откровение изменило мою веру, надежду и придало сил. Вы должны услышать это слово. Дженсен Франклин поделится словом под названием «Настало время написать следующую главу». Оставьте прошлое позади и напишите новое будущее после того, как услышите это слово от Бога. Томми Бейтс поделился с нами словом под названием «Ангелы идут». Это послание укрепит вас в вере. Услышав его, тысячи людей попадали на пол в слезах радости. Это слово освободит вас от страха и тревоги. Джон Килпатрик поделился словом под названием «Что если?» Готовы ли вы к заблуждению? Это то послание, в котором нуждается все тело Христово. Вы можете заказать 8 посланий на CD или DVD. Вы услышите нередактированные послания на CD и DVD. Но на DVD вы также увидите мои презентации. CD доступны за $55, а DVD за $95. Чтобы заказать диски, выбирайте предложение 21 ME, CD или DVD.
заходите на наш сайт или звоните по номеру телефона, который вы видите на экране. Можете не сомневаться, это один из лучших сборников, какой вы только слышали. Ваши пожертвования используются для того, чтобы фестиваль «Манны» выходил в эфир. Итак, заказывайте наше предложение «21МЕ». Это новое предложение, главное событие. Вы видели рекламу, но это не все. Когда я проповедую на телевидении, вы видите лишь фрагменты, лишь 20 минут проповеди. А за эти 20 минут я успеваю поделиться лишь вступлением и первым пунктом. Суть этих посланий излагается в последующие 30 и 40 минут. И когда вы закажете CD и DVD, то получите полные послания. Поэтому сделайте это. Если вы хотите, чтобы фестиваль «Манны» выходил по всему миру, то вы можете поддержать нас, заказав наши ресурсы. Я благодарен многим из вас, кто поддерживает нас. Вы написали нам сотни тысяч писем о том, как получили благословение благодаря нашему слову. Еще до того, как начать проповедовать, я понял, что Бог использует хрупкие сосуды. Иногда мы удивляемся тому, когда Бог использует слабое и неразумное, Он являет свою милость, любовь и благодать через слабость людей. Благодаря милости и благодати Иисуса Христа мы можем следовать за Ним и исполнять Его волю, чтобы достигать людей. Я благодарен Иисусу за Его кровь и силу Его слова. Я люблю хвалиться Господом, но я хочу поделиться с вами чем-то важным. Я смотрю через мутное стекло и не знаю всего, что Господь хочет от нас. Многие из вас слышали, как я говорил о линзах камеры и о том, что Господь принесет пробуждение через линзы камеры. Мы знаем, что интернет существует давно, но Господь дал нам идею для церквей, у которых есть экраны, есть Skype, есть возможность показывать трансляции. Мы можем быть здесь, в Кливленде, проповедовать в прямом эфире, даже с переводчиком, и показывать все это на экране в большом селе или городе. Мы ощущаем, что Господь побуждает нас к этому. Поймите меня правильно. Мы много лет были сконцентрированы исключительно на Америке, но Господь говорит, что теперь настало время через камеру пойти в другие народы мира. Если вы апостольский лидер, епископ какой-то страны, и хотите сотрудничать с нами, мы даже не будем приезжать к вам. Под помазанием Духа Божьего в нашей студии мы будем проповедовать вашим людям, в какой бы стране вы ни были. Есть мужи и жены Божьи, которые захотят помочь мне в достижении миллионов людей по всему миру. Свяжитесь с нами, если вы один из них. Давайте сделаем что-то вместе. Времени мало, поэтому давайте действовать.